Привет, ребята, ты исследователь. Это не обзор телефона Sony ST21i2. i2 это имеется в виду, как я понял, две сим-карты, а номер ST21, еще он, по-моему, типа Dual, такое буквенное у него название. Попал он случайно ко мне. Это, по сути, в общем-то, старье, телефон простенький, но интересно все равно посмотреть, как что устроено. Для любителей техники, можно сказать, такой обзор. Вот смотрите, в телефоне три антенны, вот здесь внизу, здесь и здесь. Видите, их видно просто прям такие пластиночки. Они не подписаны, я не могу сказать, какая за что отвечает именно. Но это связь, сотовая, Wi-Fi и GPS, GPS. Надеюсь, вот это не связь сотовая, потому что когда вы хватаете вот так рукой, сбивается сигнал сотовый. Так, давайте переднюю сторону посмотрим. Она пластиковая и, как видите, вся исцарапалась. Но не треснула, как стекла. Поэтому я бы делал просто пленочку налепил бы. Есть защитные пленочки и все. Но здесь люди вовремя не налепили. Дизайн по мне нормальный. Надпись это Xperia стирается со временем, кнопки подсвечиваются. Так, обратная сторона. Камера, конечно, простенькая. Сейчас телефон стоит около 1000 рублей. Стекло не поцарапано. Стекло или пластик, даже не понимаю. Здесь видите место под вспышку, сэкономили. Великая Sony, лоток под две сим. Такой своеобразный. Сюда одна, вторая сюда. Нормально сделано, но так что ты. Ну, я все время не понимаю, почему им просто не сделать в бок движение. Вот отсюда бы выдвигалось бы в эту сторону. Ну, антенну там вниз положить. В общем, можно было сделать. Контакты плюс-минус двойные. Как такое усиление. Сейчас, по-моему, не делает такое уже по одной штучке. Средний. По-моему, температуру, карту памяти пока не вставлял, неохота. Динамик хороший. Так. Конструкция корпуса. Ванночка, в которую кладется основной корпус. Мне не очень нравится, потому что неудобно потом кнопки нажимать, когда снимаешь крышку, то кнопку прям не нажать. Вот я и жму, фиг нажмешь, нужно. Ну или вот так вот, прям туда нажимать. Вот, блин, даже не получается. Вот, нажимаю. Пластик нормальный, крепкий, не растрескался. То есть можно сделать. Вполне производитель делает корпуса, и они не трескаются. Здесь этот выступ Sony, значок или Sony Ericsson, дурацкий, торчит. Естественно, он царапается. Разъем питания. Больное место всех телефонов, потому что они слабые очень. Нормальный, пока не разлетелся, держится более-менее нормально.
Ну, как вы видите, он держится на самом на половинке. Видите, на половинке. Поэтому, естественно, легко может разболтаться. Он даже полностью не входит. Ну, железка в железку, видите? Естественно, контакт ненадежный. Это сделано производителями специально, чтобы вы постоянно все чинили. Так, батареечка, аккумулятор. Фирменное, видите, у нее номер даже есть. 1500 миллиампер, 5,6 ватт в час. 12 на 36. Не очень я понял, что это такое. Год, в котором сделан, вот здесь, 12-й. В нормальных аккумуляторах всегда год указан. То есть эта батарейка старая, но она вполне хорошо работает. Телефон лежит легко, дня три. С ним возникла проблема в том, что нету места, не хватает. Сразу поставив несколько приложений. И прошивка, в общем, дурацкая прошивка стандартная от Sony. Но в интернет валяются другие. Я решил прошить. И немножко эту ситуацию улучшила. Пока что до конца я не доделал. Но когда делаю, покажу. Сейчас поставлена прошивочка какая-то от Z1, какая-то компакт. Сейчас я не буду прошивку показывать, хочу просто показать двойной рекавери. Первый раз я это увидел. Включаете вот питание здесь сверху и держу громкость кверху. Просто держу. Включаю. Не понял. Неправильно вставил, что ли? А, во. Надо подержать было. Питание подержать. Держу. Диодик красный, желтый. Пропустил, пропустил. Нет, нет, нет. Блин. Кнопки какие-то утопленные уже получились. Не хочу ждать, когда он загружается. Хотя он на самом деле и недолго загружается. То есть сильно приходится давить. Так. Загрузилось. Второй CVM, ТВРП вообще-то на верхний должен был загружаться. Так, ну давайте перегрузим его. Что? Это я думал, что верхнюю нажму. Да что ж такое-то? Ладно, сделаю отдельный ролик про это, как заходить в двойной рекавери. Сейчас что-то долго получается. Всем спасибо. Подписывайтесь. Пока, ребята.